И снова здравствуйте, всем привет. Итак, хотелось бы законспектировать информацию с канала Artidox. Вот я сделал скриншот. Значит, по ретопологии, именно вот по сетке, вот по такая штука. Давайте законспектируем. Итак, все это значит delete. Файл открываем. Импорт сюда ZBrush, значит модель, объект, рабочий стол, и где она тут, вот она. Закидываем модельку, она 300 с лишним тысяч полигонов именно из ZBrush. И значит я хочу провести такой эксперимент. Подключаем базовый, значит, как его называют, аддон. Это значит на английском пишем slash. Так. Находим аддон, значит называется он. Так. Так, подождите, забыл, как называется, я его подключил уже. By Surface, вот он. Находим, значит, преференцию, опять же, пишем английское by, by Surface, вот он. Mesh Surface GPL Edition. Вот он. Он тут базовый. Подключаем, галочку ставим, отключаем. Так, выбираем нашего персонажа, нажимаем Initialize. Переключается у нас вот на вот эту рисовалку. Так, цвет. Выбираем цвет, значит, прозрачности. Погнали, ставим in front, shift, колесико чуть-чуть подкручиваем, смотрим, какая плотность сетки. Сетка у нас вот такая вот. И теперь, что я хочу сделать, хочу попробовать кое-что тут нарисовать. Единственное, еще не разобрался, как тут симметрию вот эту делать. И подойдет ли это все именно вот для ретопологии, вот такой вот, допустим. Так, ну приблизительно, да? Вот так как-то все это дело обводим. Смотрим, как тут. Так, рисовываем сетку как-то, ну вот таким вот образом. Правильно, неправильно. Ну, сейчас посмотрим. И нажимаем Add Surface. И вот у нас нарисовалась сетка. В принципе, можно использовать вот эту штуку для ретопологии. Не знаю, насколько она подойдет. Нужно это все экспериментировать. Так, где-то тут вот что-то пропало. Так, вот тут есть Add Mirror and OS Modifiers. Не знаю, как она работает. Буду еще, значит, с этим делом разбираться. Но пока, значит, вот такая информация. Так, пробуем еще зайти в Object Mode. И это все получается отдельный, значит, теперь Mesh. Вот он. Мы его можем, значит, G оттащить. Так, куда-то он пропал. Ctrl-Z. G. Ctrl-Z. Что-то он не отделяется, да? Но он отдельно находится. А ну-ка, применим модификатор. Shrink Wrap, кстати, подключена
шкура, да? Apply. А ну-ка теперь G. Можем его теперь переносить. Вот такая штука. Ну, если с персонажем, он вот куда девается. А ну-ка G. Почему-то у него такое вот переключение. А ну-ка, by geometry. А, вот. Это он относительно, значит, привязки, так, вот этого пивота работал. Теперь привязан к геометрии. Да? Давайте delete. И еще разик что-нибудь этакое попробуем. Значит, нажимаем initialize. А ну-ка. Так, пардоньте. Выбираем персонажа, нажимаем initialize. Тут NG Pencil и Curve. Можно курву сделать из этого всего. Так, Shader Smooth. Сглаживаем смягчение, да? Ну, попробуем, значит, нарисовать ему какие-нибудь доспехи. Так, допустим, раз. Нарисовать надо на другую, наверное, сторону, чтобы потом можно было, значит, сделать mirror или как-то... А, потом можно тут отзеркалить, наверное. Сейчас попробуем. Не залазим на ненужные детали. Ну, пойдет. И делаем, значит, Add Surface. Так, он не делается, да? Вот такая штука бывает, значит, да? Так, ладно. Проверяем другой вариант. Значит, это все дело стираем пока. Так, или полигоны изменились на сетке? Нет, сетка не изменилась, сетка плотная. Так, если попробуем, значит, опять же, выбрать персонажа, initialize, и на нем что-то вот такое нарисовать, Add Surface, не работает. Может, мне надо персонажа сделать выборочно, да? Давайте попробуем тогда. Опять все это дело стираем. Выбираем, сбрасываем, значит, персонажа, нажимаем initialize, нажимаем, значит, рисовалку, жмем Add Surface, и вот он после первого раза, значит, не хочет дальше работать. Так, Shader Smooth, прозрачность, так, Mirror. Вот высвечивает какую-то рептополоджи надпись Add Armor Connor. Метод тыка никто не отменял. Так, и что у нас тут получается? У нас получается, получилась как бы курва, да? Если сейчас мы ее... Так, Ctrl-Z. Привязываем в Object Set Geometry, значит G. И вот у нас вот такая сетка получилась. Но модификатор, значит, не привязан. Так, нехорошая штука. А ну-ка, еще разочек его выберем. Привяжем его, значит, давайте к геометрии. Add Surface. Просто над артом вот так проведем ему. Так, допустим, аккуратненько, приблизительно. Так, если мы делаем вот такую штукенцию. Ну,
Ну и ладно, посередине жмем Add Surface. Матюкается и не хочет больше делать. Но делает аннотацию to curve. Есть good. Значит так, что еще попробуем? Если мы теперь удалим персонажа и файл импорт, опять же, опс, значит, закинем его по новой. Уменьшим сейчас ему размер. Сделаем ему F. Делаем ему, допустим, G, поднимаем. Pivot центр. Так, пробуем. Значит, initialize. Рисуем какую-нибудь штукенцию. И жмем. Не хочет работать. Вопрос, почему? Первый раз сработал. Automatic Join, Keep Stroke. Настройки не менялись. Если я сейчас выберу New General Don't Save и попробую нарисовать то же самое, значит, на кубе. Initialize, рисую на кубе. И делаю in front, цветность, значит, прозрачность, add surface. Захожу в object mode, и у меня получается вот черная какая-то фигня. Apply, цветность у меня вообще шиздец. Захожу в Edit Mode. Вершинами могу работать, но вот какой-то сбой произошел. Вот такая штука. Если сейчас перезагрузить, допустим, вот эту всю штуку. Так, выбираю, значит, Delete Cube, Delete камера свет, единица на нампаде, опять импортирую сюда объект, значит, персонажа. Выбираю N add-on, нажимаю initialize. Так, прозрачность, опять in front. И вот что-то этакое, да? Так, возможно, рисую неправильно, но это уже английское. Так, object mode. Выбираем. Apply, G, Ctrl Z, опять же меняемую привязку по геометрии G. Вот он привязан к этому персонажу, вы видите, да? Вот она штукенция такая у него. Если я отключу персонажа, начинаем вводить, все, он тогда к персонажу, видно, не привязывается. А так полностью привязан к персонажу. Edit mode, английская A, P, select. Так, один B-slash. Получается два бифлэша этих. Один должен быть привязанный, один нет, да? Но это тут тоже привязанный.
Так, а этот бифлэш, он тоже как-то ведет себя интересно. Ну, для ритопологии, я думаю, должна эта штукенция подойти. Бифлэш 1, бифлэш 2, это вот идет привязка, это голова, допустим, да? Нажимаем in front, display, y, жмем initialize, нажал add surface, и что у нас получается? Так. Display white отключаем. И ничего у нас не получается, да? Так, ну, словом, вот такая штукенция. Буду с ней еще разбираться. Но информация прикольная. Возможно, это где-то на какой-то штуке пригодится. Вот этот аддон нужно еще проанализировать, посмотреть. Допустим, вот BFlash и так далее. Все, всем пока, до свидания.